страшные вещи, найденные на Google картах. Начинается оно все, конечно, с земли, с Калифорнии. Да быть... Осуждаю, это здание! Yeah. Это комплекс 320-325, одно из зданий военно-морской базы десанта в Коронадо, в заливе Сан-Диего, Калифорния. База находится под управлением военно-морских сил США и является центральной тренировочной и операционной базой специальных и экспедиционных сил. Вот. Бись, четко. Исключительно военно-морская база, ребята. Индийское лицо. А, да-да, посмотрите, там был силуэт лица. Вот он, видите? Не знаю, почему назвала индийское лицо. Что здесь? Blank space. А реально, посмотрите, черная линия в Гренландии. Интересно. Что здесь еще есть? Mozilla Firefox лого. Серьезно? Обалдеть. Логотип браузера на полях. Интересное зрелище. Давайте еще что-то тут посмотрим. Что тут интересного еще есть? Вуду Долл. Это нарисованные инопланетяне на полях. Ёшкин трын, ё-моё, я так и знал. Что-то здесь не то. Это звезда Давида. Эта звезда изображена на флаге государства Израиля. Триангл. Ага, это просто треугольник. Нарисованы на полях. Вообще, кто их рисует? У меня все время задавался этим вопросом. Кто это может быть? Кока-кола. Реально, Кока-кола, вы гляньте. Кто вообще рисует эти все? Это хорс. Хорс, то есть лошадь. Да, и правда, лошадь. Горы в форме лошади. Жесть! Но это где-то в Англии, я так понял, да? Она как-то переворачивает то с Америки, то в Европу. Plane crash. То есть... разбитый самолет. Я боюсь вообще, если честно, разбитых самолетов. Они так стрёмно выглядят, все на корабле. И плавать рядом с кораблями мне не нравится. Я боюсь еще глубины. Огромное количество самолетов, вы гляньте. На снимке. Не знаю, заброшенные или не заброшенные, кто знает. Parked plane. Запаркованный, остановившийся. Да ладно, посмотрите. Самолет на парковке. Ёлки-палки. Что он тут делает? Решил попить кофейку в Макдональдсе? Что дальше? Space Hubble. А, и правда, вы посмотрите. Возможно, тут съемки какие-то велись. Это, возможно, макет этого космического корабля для высадки на Луну. Куда теперь летит? Pineapple Maze. Этот, ананасовый лабиринт. И правда, прикольно. KFC. Чё, серьёзно? А, и правда? Вы чё, угораете? Вы чё, угораете? Какой KFC? На картах. Мне кажется, это монтаж. Я не знаю, но... может всё быть. Всё может быть, но я думаю, это монтаж, 100%. Нарисую, ещё цветной. Перевернутая машина, вы гляньте на Google карта сверху. Сверху можно увидеть. Жесть. Куда ещё теперь? Неизвестно, что это такое неизвестно. Что это за звезда такая? Это, видимо, снимок какой-то во время вспышки какой-то произошел. Но вряд ли он так передает. Все, может, лицо. Фейс. Чей фейс тут? И правда. Вы гляньте. Лицо, вот волосы, глаза, рот. Мэн. Человек. А, вот он реально лежит. Ёлки-палки, да хорош уже! Хорош пугать. Это, наверное, где-то, не знаю, на территории России или не было, или это на России. Баня. А это в Италии, если я не ошибаюсь. Вот этот кролик плюшевый, на нем реально можно походить. Мы с вами видели в прошлых выпусках, не забудьте посмотреть целый плейлист с этих страшных мест. Бар. Тоже нарисовано что-то. Вообще, кто их рисует и зачем? Непонятно. Чтобы было с космоса видно, инопланетянам. Сомневаюсь, я даже не знаю. Еще одна лошадка, вы гляньте. Ё-моё. Сколько таинственных, прошу прощения, рисунков. Еще одна лошадь. Что они все лошади рисуют? Почему они не рисуют там собак, кошек, лошадей, каких-то единорогов, зайцев? Еще одна лошадь. Да сколько можно? И правда, еще одна лошадь. Только где, интересно? Это, я понимаю, Турция? Динозавр? Это где-то в горах. Но где? Еще один динозавр. Ё-моё. Ага, теперь обратно возвращаемся в Канаду. Это уже Канада. Улыбка. А,
Да, улыбочка, посмотрите, рот, глаза и окантовка лица. Испания, так, не Испания, Китай, Индия. Наверное, как в Китае. Letters, письма, что ли? Или что? А, да-да-да, письма. Я не знаю, прошу прощения, я не знаю, на каком языке это. Подскажите, пожалуйста, в комментариях. White skeleton, белый скелет. Где? А, и правда, посмотрите, белый скелет. Это где-то в Северной Америке, наверное, в Калифорнии. Я не знаю, что это за достопримечательность, ни разу не видел. А зона 51. Знак. О, вроде вообще похож на радиационный больше знак. Ну, я не знаю. Человек заранее нашел эти места и, видите, показывает маркерами. Водоворот. Интересный такой. Как они вообще появляются? Для меня это вообще остается загадкой. Наверное, на всю жизнь останется. А это где? Это я не заметил. Что это? Д. А, это смайлик такой, что ли? Посмотрите, вот это Д, это две палочки, равно. Не знаю, мне кажется, он просто нашел его. И все, ничего особенного. Crosshair. Перекрестие. Да, по-моему, не помню, как называется. В общем, это такая моднявая фирма раньше была, лет 5 назад. И модные пацаны носили. Как же это называется? Я сейчас вам прикреплю, короче. Я такой не носил. У нас за это спрашивали. Но зато много паленых носила. Если вы понимаете, о чем я. Асу. Ну, было такое время, это было 100 лет назад, и лет 7 сейчас уже такого нет. Это мои воспоминания, мои фантазии. Не берите в голову. Я не понял, что сейчас там было. А, да-да-да, смотрите. Это взлетная полоса в карьере рядом с озером. Интересно, интересная военная база. Кстати, вы знали, что некоторые военные базы на Google картах, они замылены? Ну, Иисус, я тебя люблю. Прикольная надпись. Где она только находится? А, тоже в Америке, да-да, вроде бы, да, в Северной Америке, по-моему, было. Jesus love you. Wind... А, умельница. Прикольно. Ну, я больше смущаюсь вообще с KFC. Я не верю этому, я не верю. Смайл. Эйб Линкольн. Эйб Линкольн. А, Лейб. Land of Lincoln. Ага, земля Линкольн. Известного человека. Государственный политический деятель США, 16-й, если я не ошибаюсь. Президент США. You make America proud. Что это такое? Ты заставляешь американцев гордиться. Короче, надпись кто-то нарисовал на полях. В Европе. Или этого... Я не знаю, как-то крутится камера. По-моему, это в Северной Америке было. Интересно, ни разу такое не видел. Еще один лев. Но это мы видели во Франции. Он все время там появляется. Интересный такой лев. А что здесь? Австралия. Вот это я уже заметил. Акула. А, тоже нарисована акула. Акула. Куча лошадей. Львов. Почему нету кошек? Собак. Объясните мне. Я не понимаю. Египетские надписи. Во. Вот это мы понимаем. А где собаки, кошки, я не пойму. Остальные животные есть, а собак, кошек нету. Хомячков чего не рисует. Пиакок. Павлин, что ли? Скорее всего. Пиакок, я просто не знаю, как переводится вообще, но я так догадываюсь, что это был павлин. Трингл One. Треугольники, всякие круги, Кока-Кола, KFC, а где собаки, кошки, скажите мне, где собаки, кошки, где мои котятки, вы мои котятки. А сердечко, сердечко, кстати, не было, еще никто не нарисовал, наверное, на полях сердечко, нарисуйте, ладно, не надо, отпечаток пальца, спруал, спирал, спираль, короче. Спирал, спурал. Спурал. Кукумбер. Ворл. А, вордс. Слова. А, да-да-да, посмотрите. Всадники какие-то, мечи какие-то, замки, Дора, всякие латинские буквы. А еще что? Я не знаю, что это такое вообще. Что они вообще означают? Смотрите, сейчас найдем монстра из-за кулисья. Ёлки-палки. Флорида. Микро-айленд. А, в болото. Тут же очень много болотистой местности. Парк какой-то национальный. Что здесь? Где? Не вижу. А, это закулисье какой-то. Да, а где монстр? А где монстр? Ёлки-палки, а где монстр? Где он?
Мы ждали монстра, он появился. Усрёшься, простите за выражение. Найдем динозавра сейчас. В определенном штате. Вайоминг или что-то, Небраска какая-то. Штат какой-то. Где? Скелеты человек. Он существует. Ух ты, не исследуя остров. Кто хочет туда с ним? Кто хотел бы там отправиться? С кем-то. Придумайте комментарий к этому видео. Самая длинная собака найдена на Google картах. Что это? А, на островах каких-то, да? Что? Да, вот они, острова. Ну, чего-то. Чего он на них не идет? В Тихом океане. Что тут? Куда? Собака реально на каком-то необитаемом острове. Ну как необитаемом? Он обитаем. Нашел же его. Длинные АРМ. Это что такое АРМ? Не знаю. И смайлик мышц. Бицухи. Куда он переместится? А! Стоп. А что это? Что это за червяк? Это... А что это за... Что здесь вообще происходит? Я не... Обрезание ног? То... Ну, тут написано Cut off legs. Да много разных интересных вещей можно найти на Google картах. Куда он? А, это... Просто ноги, а в них растут цветы. Я никогда не видел такого, но это есть. Что, висящие гробы? Гробы? Где они могут быть здесь? Где-то в этом районе, где-то в лесочке. Вот здесь на какой-то точке, да, кто-то снял. Наверное, вот в этих горах, скорее всего. Скорее всего, да. Вот они, и правда гробы. А как они вообще здесь оказались? Я не понимаю, зачем? Это очень... Рискован, страж, что, куда? Тут какая-то гора. А это вулкан. Вулкан, наверное, сфоткает жерло вулкана, скорее всего. Или не живут у подножья горы, у подножья вулкана. Или что здесь? А, и правда, посмотрите, лава выплескивается прямо из вулкана. Этот чувак делает что-то опасное. Не знаю, где это, возможно, это в Италии. Не знаю. Не могу определить место по расположению домов. Очень узкие улицы. Не знаю, где-то в Европе точно. Но где, не знаю. Что здесь? Что он делает? Какой-то чувак. А, и правда, кто-то... А, это манекен. Это манекен или скульптура просто? Достопримечательность какая-то просто висит, посмотрите. Это не настоящий человек. Но кто ее сделал? За кулисами существует. А что это за место? Такое... И правда, страшный человек. Это куда они перешли? В каком-то... сидит, смотри, сидит. В костюме. Кто это? ВТФ. Что, куда они? Непонятно, все размыленное, замыленное. это кракен или что? И что это? А, возможно, знаете, этот буёк. На фото размазался и так выглядит. Где-то в горах что-то нашли. На мосту где-то. А, правда? Посмотрите, лицо выбитое в камнях. О, стрём. Кто это все придумал, я не знал. Выбивает что-то там, нарисует. Вот это, видимо, тоже в Калифорнии, это в Северной Америке снова, в каком-то штате. Там очень много этих всяких разрисованных, перерисованных иероглифов и тому подобное. А, треугольничек. Тоже красивенько, ровненько сделано, симметрично. Если в жизни, то, конечно, там будут сколы, если смотреть все детально. А здесь что? На острове где-то что-то. Ну, показывай. Давай! Что там? В гору подниматься. Куда тут? А? Это что? Это статуя без головы? Интересно. Ни разу такого не видел. Смайлики, типа смешно. Куда тут? 36, 31, 26 координаты. Ну куда? Что там за место такое? Обрыв какой-то. Что здесь? Что тут? А!
А, тут мальчик сидит, снимает на видео. На Nokia 36D, или как там вот эта старая неубиваемая Nokia. Чё за звуки? Чё за звуки? Канада битриппин. Что такое? По-моему, не было такое. Сусибака. Я не понял, что это было вообще. А, это стелс, невидимый самолет, происходит здесь? Не понимаю, так быстро все происходит, я не успеваю даже... Я даже не успеваю сообразить. Машина застряла в голове в доме. Что делает этот человек? Он в воздухе болтает. Что он там делал? Да не понял, при чем тут Милк Изланд? Мы нашли Google машину. А что, они на Opel ездят? Да, на Opel'ях ездят. Не пойму. А тут уже акула. То машина, теперь акула. Доказательство того, что ты не один. Что здесь? Биг Дикла. Че, правда? Есть такое озеро? Да, реально, есть озеро Биг Дик. Но оно на русский не переводится, ребят. Не переводите, пожалуйста. Отправь это, у кого есть айфон. А, что там было написано? Apple. Ну, Apple отстой написано тут. Страшные вещи, ребят. Согласитесь, лайк, если вам понравилось, если вы испугались. Ха-ха. Подписывайтесь на канал, жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы никакой мозг вам не пришел. Не забывайте о целом плейлисте с этими гугл-картами страшными. Обязательно посмотрите. Рассказывайте друзьям, жмите на вот эту вот штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, это специальный вас, а это еще одно видео с гугл-картами страшными, которые я для вас выберу. Тыкайте, если не боитесь. С вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, ребята, счастья, успехов, всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы. И увидимся уже в новых видео. Пока.